Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. И на этот раз я хочу с вами поделиться одной еще очень любимой игрой своей из детства. Это, как вы видите, Dino Crisis, первая его часть. Именно первая часть, потому что вторая мне совсем не нравится. Но первая, она очень атмосферная, она по духу похожа на первую часть Резидента, только вместо зомбаков здесь у нас, судя из названия, будут врагами динозавры. И я вам, в принципе, неоднократно рассказывал о Динокризисе и о том, как для меня проходила эта игра. Так, будем играть на норме. Чё нам легкий уровень сложности? Это как-то несерьезно. Будем играть на нормале. Ух. Так, сейчас, по-моему, заставка должна быть. А, вот, замес, с чего, собственно, начинается. Из экспериментального комплекса. Агент Том. Мне удалось внедриться в комплекс. Информации по секретной разработке нового оружия я не нашел. Но я выяснил, что в комплексе находится посторонний. Это доктор Кирк, авторитетный ученый, занимающийся энергетикой. Предполагалось, что он погиб еще 3 года назад во время одного из своих экспериментов. Оказывается, это не так. Похоже, что в настоящее время он возглавляет гражданский проект. Этот проект уже на стадии завершения. Думаю, эта страна замешана в инсценировке смерти доктора. Рекомендую немедленно принять необходимые меры. Обращение к данным по доктору Кирку. Инструкции. Приближаемся к цели. Встречаемся в условленном месте. Ясно. Извините, что опоздал. Пора. Выходим. А как же Купер? Забудь о нем. Время вышло. Постой! Постой!
первая контрольная точка. Игры кончены, детки. Что-то не так. Нет света в караульном помещении. А может, у охранников была вечеринка? Знаешь, песни, танцы. Оставайся здесь, сосунок. Охранниками займусь я. Ты слышала, как он меня только что обозвал? Забудь об этом. Предоставь все Гейлу. Ну, хорошо. Ну хорошо, за дело. Я проникну в здание и займу комнату управления на втором этаже. Оттуда я смогу управлять всеми системами безопасности. Свяжусь с вами, как только буду в комнате. Какое длинное тут вступление, надо сказать, в игре. Ну вот, собственно, такой замес у игры. Некий доктор Кирк, очень крутой, видимо, ученый, исчез. Так. Дай-ка угадаю, это ты сделал, да? Металл еще горячий. Эти охранники стреляли во что-то совсем недавно. С кем же они сражались? Сражались? Думаю, они и глазом моргнуть не успели, как их сожрали. Кого бы они ни стреляли, это пришло оттуда. Вломилось через стальную ограду. Ну, холл чист, но я все же уверена, что и ты мог бы это сделать. Очень смешно. Нам все еще нужно понять, что здесь произошло. Продолжайте зачистку сектора. Так, главную героиню у нас вот эту вот рыжеволосую красотку зовут Регина. Ну и, собственно говоря, замес-то у нас тут такой достаточно... Ну... Ага, сюда нас пока не пускают. Ну, стандартный, что ли. То есть вот исчез некий доктор на этом острове загадочном, таинственном. Взять снотворное, да, возьмем. Так... И, значит, тут, видимо, есть внедренный агент, вот Том, как он сказал, что вроде как даже доктор Кирк и не скончался вовсе. И, в общем, вот отряд в числе 4 человек, ну, как мы видели, к сожалению, уже Купера не стало. Скушал его здоровенный-здоровенный тиранозавр. Вот. Но вот... Трое других ребят, они вот приземлились в назначенной точке. Купера, видимо, немножко отнесло. И отнесло... Так, оживление. Ух ты, оживление. Это, кстати, вот оживление. Самая крутая здесь, ну, как бы, медицинская такая помощь. Медпак, который вас оживляет. Нас будет оживлять. То есть, в прямом смысле, если он у нас есть в инвентаре, если мы... помрем, ничего нужного, то мы возродимся с того же самого места. Так, ну больше у нас тут ничего нету интересного. Кажется, не работает. Вот, и значит этот спецотряд был послан, чтобы разузнать, что тут произошло на этом острове и достать доктора Кирка. Так, ну а ты что? Он осматривает... площадку. Площадку он осматривает. Так. Внутри комплекса Рику придется действовать в одиночку. То есть комплекс нас пока не пускают. Тут очень интересная система инвентаря. Постараюсь вам сейчас объяснить. Тут самое главное, это вот фишка, это смешивание. То есть тут можно у нас самим делать себе... Ну, либо лечилки, либо дротики есть. Вот у нас снотворное, например, да? И снотворное-то можно смешать
с гемостатом. Получится вот такая более сильная вещь. Гемостат плюс сделали. Он останавливает... не даст умереть от потери крови. Да, он останавливает кровь у нас. То есть тут есть два вида повреждений. Кровотечение и, собственно говоря, ну, сильные какие-то укусы. Так, гемостат, если смешать с медпак С. Так, нет, пока этого делать не буду. Ладно. Идем дальше. Это Рик, я на месте. Но тут совсем никого нет. У меня плохое предчувствие. Есть успехи системы безопасности? Не знаю, что здесь было, но похоже, все электричество в здании отключилось. Здесь то же самое. В таких условиях я работать не могу. Тебе надо запустить аварийный генератор на подземном этаже. Ясно. Что ты здесь делаешь? Я слышал последнюю часть вашего разговора. Кстати, я нашла ключ. Давай его мне. Идем наружу. А чё это ты у нас ключ-то забрал? Значит, мы находим. А ты, значит, у нас все отбираешь такой. Главное, так интересно, она еще удивилась. Что ты здесь делаешь? Как будто он с неба просто свалился. Так, тут пока заперто. И, ну, я вначале сказал, что игра похожа на серию Resident. Но главное это ее отличие в том, что, видите, она в полном 3D, в полнейшем 3D. Это не оспоримый ее плюс, конечно. За счет этого разработчики более атмосферной смогли ее сделать. Ну, как бы более развязаны руки у них. Так, что здесь у нас? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кошмарики. Ух. Отвратительно. Чувак устал и прилег, видимо. Парни выпотрошили. Кто-то выпустил ему кишки. Посмотри на следы от зубов. Похоже, это было какое-то животное. Хорошо, двигаемся дальше. Хм, какой... Гейл, ну как не сказать, бессердечный, непробиваемый. Ну, в принципе, спецагент, чё. Если бы он падал в оморок от каждого вот такого разорванного тела. Так, тело, похоже, было жестоко разорвано предметом острым, как бритва. Предметом, ну да. Состояние крови говорит о том, что жертва скончалась недавно. Да, и вот Регина, она такие сразу выводы делает. Она в отряде наших спецов, она, видимо, медик. Бочки пусты. Так, Гейл это такой, типа, ну, видите, он здоровый, мускулистый мужик. Я останусь здесь. Ты зайди внутрь и осмотрись. Предельно собранный, неразговорчивый, то есть он такой, ну, как танк, что ли. Специалист по вооружениям. Рик, видимо, это... Ну, судя по тому, что у него в руках была снайперка, можно сказать, что у него, наверное... Так, батарейку можно зарядить, но пока нам это не понадобится. Так, здесь первая небольшая совсем такая головоломочка. Вот запоминаем цвета здесь. Красный, синий, зеленый, желтый на этих рычагах. И нам нужно расположить вот эти батареи точно так же. Так, красный, синий... Синий и зеленый с желтым меняем. Так, все. И теперь дергаем за рычаги. Это мы вот... Нас Рик попросил восстановить электропитание. И... Естественно, кто этим будет заниматься? Естественно, Регинка. Потому что супермощному Гейлу, ну как-то это западло. Вот, ну а Рик я... Ух ты. Слушаем. Гейл? Гейл там явно от кого-то отстреливался. Рик, видимо, у него две специализации. Он, видимо, снайпер, но еще и...
такой специалист по компьютерам. О, кровище. Не Гейла ли? Ну, в принципе, да. Такие здоровые, тупые качки, они обычно умирают первыми. Гейл! Да, крикни туда. По-любому он тебя слышит. С такого утеса сорваться. О, и унесли это остатки трупа. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и первая встреча с динозавром. Это, если вы могли заметить, велосираптор. Ай-яй-яй. Как в парке юрского периода первом, очень умный, как нам там говорили, динозавр, умеющий даже открывать двери. О, здесь он даже не стал этого делать. Ой. Чуть-чуть запутали Диника. Так, ну неужели? А, здесь не смог пробиться. Хорошие новости. Я включил систему управления. Как там обстановка? Гейл, я его потеряла. Ха, а какие плохие новости? Ты наткнулась на охрану? Ты мне не поверишь. На него напал какой-то динозавр. Вот здорово. Ну и кто это был? Это не шутки, идиот. Нас пыталась сожрать здоровенная ящерица. Так что все-таки у вас там происходит? Хорошо. Иди в комнату управления, и там мы разберем всю ситуацию. Так, вот нам красным подсвечивают, куда нам нужно пробраться. Ну а, соответственно, в синей комнате находимся мы. Так, ну что же, пойдем. Ха, Рик шутник. Ага. Она ему сказала, что Гейл пропал. А говорит, а какие плохие новости. Да, видимо, своего начальника они не очень долюбливают. Оп. И даже здесь. Смотрите, даже текстуры переведены. Перевод, кстати, очень классный. Это, я так понял, перевод от Акелы. То есть, видимо, игра была переведена официально. Хм, тема лекции будущего стабилизатора. Доктор Кирк проводил лекции. И, кстати, совсем недавно, получается. Кажется, я могу добраться до него. Ну, окей. Так, у нас решетка все равно закрыта. Так что вот нам можно по вентиляции подняться наверх. Перевод хороший, и, ну, судя по всему, переводили игру официально уже, ну, в поздних 2000-х. Так, по порядку. У нас там дальше по коридору еще одна дырка, но спустимся пока сюда. Так, вот холл комнаты управления. Так. Главное, чтобы тут не было деньгов. О, а здесь, видите, не переведена текстура. Так, о, что-то у нас тут крутится в коробочке. О, патроны, стандартные патроны для Глока 3 миллиметра, 34 миллиметра. Угу. А, 34 патрона. Круто. Так, и здесь еще у нас есть вот система ящиков, как в Резиденте, но тут она немножко усложнена. В эту коробку можно сложить медикаменты. Вам нужен штепсель, чтобы открыть ее. Не хватает штепселей. Да, штепселей у нас пока нету. Каждая коробка открывается штепселем. И они здесь по цветам разделены. И, соответственно, зеленые это медикаменты, желтые это... Ну, там и боеприпасы могут быть, и медикаменты. Так, здесь у нас закрыто. А красные это чисто боеприпасы. И какие-то тяжелые такие
медикаменты, ну, в смысле, самые мощные. Вот, ну, и между собой они не пересекаются, как бы, коробки. А если цвет один, то так же, как в Резиденте, они соединены между собой. Так, вот мы и добрались до комнаты управления. Как наши дела? Это система безопасности для меня пару пустяков. Так что же все-таки случилось с Гейлом? Он говорил, что там был какой-то динозавр? Да, невозможно в это поверить. Просто надеюсь, что он еще жив. Во что бы то ни стало, нужно сначала выполнить задание. Что действительно нужно сделать, так это вызвать вертолет и выбраться из этой смертельной ловушки. Отличная идея. Но рация у Купера, а он пропал. Эй, что с монитором? Это монитор системы безопасности подземной зоны. Камера отключена. Я так понимаю, в этой зоне еще не восстановлено энергоснабжение? Точно. Эта зона и наземный уровень подключены к разным энергосистемам. Мы можем осмотреть эту зону, когда закончим зачистку на наземном уровне. Хорошо. А я разберусь с заслонками, из-за которых мы не можем войти. Заходишь внутрь, хватаешь доктора и бежишь назад. Угу. Вот такой у них план. Зайти внутрь, схватить доктора и прибежать назад. И, в принципе, да, игра проходится меньше, чем за час. Что я действительно хочу знать, так это откуда лезут эти твари? Да, Рик, мы тоже этого хотим знать. Очень хотим знать. Но пока нам это неизвестно. Так, офис управления. Это, можно сказать, комната сохранения. Так. Вот мы взяли помповое ружье П. Франчи. Дробовик, проще говоря. Так, но пока у нас на него нет патронов. Заряжать его можно как... ну, картечью, что ли, да? Так и дротиками. Это вот у нас ружье, которое можно стрелять усыпляющими дротиками. То есть здесь не только боевое оружие используется, но и усыпляющие дротики динозавров. Тоже они бывают разного... кажется, что есть внутри картонной коробки. Так. Ага, вот. Для красных, желтых и зеленых коробок может понадобиться много штепселей. Вот, собственно, штепсель один у нас появился, и мы можем открыть одну из коробок. Так, смотрим. Так, тут у нас выключатель на стене. Давайте его нажмем. Да, и, кстати, если вы проходите Динокризис, ну, сами, либо с помощью моего прохождения, запаситесь тетрадочкой. Это понадобится вам однозначно. На экране письмо с заголовком «Обучение персонала». Вы прочтете письмо? Конечно, прочтем. Пожалуйста, проинформируйте работников этого участка о системе ЦДК. Следующим образом, цифровой дисковый ключ или ЦДК – это система, обеспечивающая специальную защиту важных областей особым замком. Чтобы открыть замок, закрытый ЦДК подготовьте и установите следующие два диска с данными. С данными устройства рядом с дверью. ЦДК-диск-код и ЦДК-диск-ввода. То есть нужно для каждого замка два диска. Тип необходимого ЦДК обозначен на двери А, Б и так далее. Если тип ЦДК не тот, что нужен, то замок не откроется. Перед тем, как запускать систему, убедитесь, что тип используемого ЦДК совпадает с обозначенным на двери. Ну, понятная, в принципе, система и достаточно замудренная. Ой-ой-ой. Это, кстати говоря, в игре Динокризис. Так, вот мы взяли эту панель, открывающая электронные замки. Ох, вот с этими вот панелями у меня такая история интересная связана, но я вам чуть позже о ней расскажу.
Вот. И, собственно говоря, сама система CDK здесь это уникальная достаточно. У нее дырка в туловище. Ха-ха. Так, это панель, на которой можно ввести цифровой код. Ведете числовой код. А что выводить? Мы не знаем пока его. Так, и вот я, получается, личные вещи хранить ничего не нужно. Я в детстве проходил игру, опять же, с Лехой. Она англо-японо-русская была, вот так вот. И, соответственно, было очень много затыков у нас с Лехой. Так, давайте запишемся первый раз. Так, да. Ой-ой-ой, снова нажал. Так, выходим с другой стороны. Так, Рик. Регина, я сумел сдвинуть заслонку. Теперь у тебя должен быть доступ к пульту управления. Уже. Регина уже так удивилась, что не смогла ничего сказать. Да, да ладно, вперед! Не, молодец, Рик. Быстро, конечно, действует. Ой-ой-ой. А здесь есть уже динозавр. Велоцираптор сразу видно. Но интересно, они так называют заслонки. Это, конечно, не заслонка. Это, ну, не знаю, решетка лазерная. В детстве, кстати, мы часто пытались убить Динников вот об эту решетку. Его можно убить об решетку, но он, блин, раз 40 должен об нее стукнуться, поэтому... Ну его нафиг. И что же у нас здесь? О, громадный-громадный холл. Хм. Видимо, ни одна игра в Capcom не обходится без центральных громадных холлов. Так, умножитель. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас есть. Может, что-то еще замиксим. Так, вот гемостат. Я хочу сразу попытаться сделать... дротик смертоносный. Они нам понадобятся в дальнейшем. То есть здесь можно делать усыпляющие дротики. Не даст умереть от потери крови. Два гемостата плюс. И самый мощный дротик это дротик умертвляющий динозавров с одного выстрела. В детстве, конечно, очень было непонятна эта система. Тем более здесь все было на японском языке. Можете себе представить, как это было трудно. Ну, здесь две шкалы, видите. Нижняя шкала, это она как бы показывает мощность средства, которое вы сделали, будь то медпак, либо дротик. А вот верхняя шкала, очень долго я не мог понять, что же она значит. А значит, она вот принципиально следующая. Видите, там рысочки есть такие, и максимально там 6 их. Так вот, каждая рысочка это количество. То есть вот сейчас, если мы замиксим вот эти два медпака, точнее медпак и гемостат, то мы получим два медпака более усиленных. Именно два. Потому что, видите, верхняя строчка, она на второй, ну, на второй рыске вот этой вот. Вот, но мы миксить этого не будем. Я не хочу делать медпаки мощные. У нас и так их будет достаточно. Я хочу... сделать, как я вам уже сказал, ядовитый дротик. Здесь достаточно рандомно разбросаны вещи. Ну, точнее, вещи-то разбросаны, по-моему, одинаково в игре. Но вот что в них попадается, в этих ящиках, это попадается рандомно. Так, смешаем снотворное теперь с гемостатом давайте. Так. Но нам, в принципе, нужен дротик. Все равно, чтобы, ну, его как бы смешать со снотворным. Так, мы можем бесконечно смешивать. Так, а если мы смешаем с гемостатом, мы что получим? Два
Две пачки усиленных гемостата еще. Гемостат плюс-плюс, наверное, нет. Пока тогда ничего не будем делать. Так, эта дверь у нас там закрыта. А, или он открыл здесь тоже, Рик. Нет, здесь пока еще закрыто. Так, ну идем тогда на второй этаж. Там у нас есть много чего неисследованного. Так. Конечно, круто, что они Динокризис первый сделали полностью в 3D. Тут иногда такие классные ракурсы выбирает камера. Так, вот еще снотворное. Отлично. Можно сейчас попробовать. Так, два снотворных, если... Вот, получили дротик. Отлично. Это уже гораздо лучше. Мы же аж 4 штуки получим. Ой, 3. Так, 3 дротика сделаны. Для полного эффекта нужен не один выстрел, так как они слабые. Ну вот, я знаю, что для ядовитых дротиков нужно очень сильное снотворное смешать с оживлением вот с этим. Но у нас... Так, вот с гемостатом, если смешать. Ага. Мы получим тогда не дротик, а... А если медпак? Нет. Нам нужен усилитель сейчас. Нам нужен усилитель, и тогда у нас этот дротик станет более сильным. Так. Ой-ой-ой-ой. Как ты здесь, друг, спишь-то? Прям будить тебя не хочется. Блин, а как бы тебя обойти так? Нет. Я думал, там открыто. Там CDK нужно еще. Почему-то думал, что сразу можно. Так. Здесь тоже динозавр, насколько я помню. Но мы так потихонечку пройдем. Он, нам повезло, он тоже спит. Видите, динозавры тоже спят. Так, хорошо, еще снотворное нам дают. Прям великолепно. А, давайте попробуем смешать. Еще одно снотворное. Вот, уже сильнее получается. Так, уже у нас будет их 4. Усыпляет с первого выстрела, но действует недолго. C++. Ага, у нас их 4 теперь. Так, а если тебя смешать с гемостатом? Вот, вот, отлично. То, что нам нужно. Только я мешаю 3. Так, а давайте мы смешаем, где он один всего. Так, с гемостатом. Угу. Так, вот так вот. Усыпляет с первого выстрела, эффект действует долго. Вот, да. Получили сильное снотворное. Так, ага, он B+. А B+, нам не смешается с оживлением. Тоже еще, значит, недостаточно мощный. Может, с медпаком? Да. С медпаком смешаем. B++, да. И вот он сейчас, из него мы получим, смотрите. С оживлением мешаем. И вот, уровень, видите, максимальный. Ну, так как оживление у него максимальный уровень. B++, запомните, и оживление. И вот мы получаем боеголовку, пропитанную смертельным ядом. Убивает врага с одного выстрела. Отлично. Первый дротик есть. Правда, мы лишились медпака. Это тоже не очень хорошо. Но у нас, правда, есть... так, это не отодвигается. У нас есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Через дверь пробился динозавр. Так, давайте мы прочитаем быстренько. Описание химии в брошюре фармацевтической компании. Прочтете файл? Да. Описание новых продуктов. Восстановитель... N8, укрепляющее, умножитель. Ну, здесь перечислены ингредиенты. Эти 4 химиката – последние достижения нашей компании. Они разработаны для применения, в частности, на линии фронта.
где есть минимальное количество оборудования. Особенности смешивания химикатов можно получить два следующих лекарства. Восстанавливающий, быстро восстанавливает силы, либо наркоз. Если намазать его на пулю или иголку, то жертва уснет. Продукты, полученные путем смешивания химикатов, могут быть более эффективными с добавками. Так, убегаем. Здесь, по-моему, тоже что-то есть интересное. Нет, здесь нету ни хрена интересного. Убегаем. Так, что у нас тут? Так, вот видите, какие они умные, зараза. Двери открывают. Вход в зону коммуникации.